охраной мы все понимаем, но мы хотим построить новую Украину, да, где не будет блатных, где не будет въезд общий у нас был там, вы ломанули сюда, ну это такое, мы могли вас попросить это самое. То есть мы хотим вам напомнить о кортежах и всем остальном. Мы люди в Украине и закон для всех абсолютно одинаковый. Еще одно питание, можно? Дивіться, заїжджали ваші люди, я не можу казати хто, але... Прес-секретарь. Прес-секретарь. І говорить старшій людині в два рази, що ви гоніте. Вибачте, ми не гонимо. Я вам скажу. Ви ж пам'ятаєте, хто... Будемо. Будемо. Наказувати. Ми не пропустити. Просто відношення до людей має бути... Абсолютно. Ви ще не при владі, а вже відношення таке, вибачте. Ми вам даємо шанс. І для цього ви стояли, ви боролися. Не ви, а ми. Богдан, ты знаешь, что это? Скажи! Стой! Юлия Владимировна, помните, кто сделал эту революцию? Не забывайте! Юля, не подведи народ, я тебя очень прошу! Будла! Это для меня самое главное, просто чтобы вы это знали. Слава Украине! Героям слава! Выпускайте, все. Слава Украине! Героям слава! Ноги, блядь, берегите! Герой, герой, герой!